Здравствуйте, дорогие друзья. Дорогие друзья, дорогие девочки, мальчики, тетеньки, дяденьки, детки, внучки, племянницы. Здравствуйте все. Только пришла. Ну, там посидела немножко. Эти уже бесятся. Дикуся не заходил, малыш заходил, да, в коридорчик. Но не голодный, он заскочили, еды полно, и там стоит еда, не захотел кушать. Поедят. Девочки, спасибо за комментарии вам. Вот они, смотрите. Вот они, видите? Смотрите, что они творят. А мамы руки чистые, я не могу вас гладить. Вот, малыш, а что ты меня сразу подкусываешь? Сейчас Оля придет, на Олю будете нападать. Я сама пришла, Оля там дома тоже кухню, она говорит. Еще вчера мне пишет днем, говорит, надо убирать кухни. Ой, так вот, девочки, чисто, но надо же и шмон когда-то делать. А руки стоят до чего-то, вот то так и запускается все. Если я 2 года уже гордину не могу повесить, то нафиг мне все остальное. Вот. Ладно, девочки, давайте за это не будем. Ничего мне там, не калякайте, кто там калякает мне. Ладно, за это вообще уже ни за кого не будем. Вот, девочки, спасибо вам за все. Я с вами тоже и плачу, и смеюсь. Перечитываю все комментарии, все до одного. Ну что, девчата, водичка подготовлена в мысочке для бурячка. Буду сейчас квасить буряки. Девочки, вчера мне одна девочка попросила. Я так и не поняла, с каких они стран, республик, с каких. Я ничего не поняла. Но Галя, тебе передают привет Тома и Валя. По-моему, да. Галя вам передает привет Тома и Валя. Если я правильно запомнила. Галя тебе передает привет. В общем, Галя, вам привет от Томы и Вали. По-моему, это я точно запомнила имена. Галя, привет от Томы и Вали. Точно. Ну, поправите, если я что-то неправильно сказала. Ну, я, по-моему, я запомнила. Я выучила, как у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказки говорит. Это я это помню. Вот, значит, я запомнила. Галя, привет от Тома и Вали вам. Где вы находитесь? Где-то далеко. А кто где? Не написали. И правильно сделали. Меньше писать. Все, девочки, привет. Вам Галя, а Тома и Вали. Еще раз повторю. Девочки, кое-что купила. А, девочки, он поставил варить 4 яйца. Сразу зашла. Девочки, включила только кальян. Он солнце светит мне сейчас как-то. Или то, что я там посидела возле печки, ну, возле духовки, возле печки, возле электрической батареи, возле этой. И солнце в коридоре. Такое сейчас хорошее свет. Вот если бы туда... Девочка, кстати, когда кухня была вот эта на ремонте, полы когда делали, летом и осенью, то я пользовалась только электрической духовкой и мультиваркой. Во, хватало. Тут же не было вообще ни печки, ну вообще тут ничего, пусто. Пустая кухня была. Да я там все готовила и в мультиварке, и в духовке в электрической. Тостер есть, чайник есть, кофемашина есть. Можно запросто без этого всего обойтись. Вы поняли? Чтоб меньше вопросов задавали. Ну ладно. Ладно, девочки. И это, девочка там одна написала, ну, я же написала, говорила вчера вам, что морская капуста, крабовые палочки, яйца, майонез и лучок, это мой салат, вот где-то это самое, я его обожаю, этот салат. И если когда-то соберемся, дай бог, я обязательно приготовлю этот салат и поставлю его возле себя. А вы уже будете у меня брать и назад мне ставить. Вы поняли? Поняли. Там девочка одна пишет, поняли, мы все поняли. Я вас обожаю, я вам это уже написала. Вот. Короче, вы мне настроение поднимаете, а я вам. Вот. Ну, дальше. А девочка там одна написала, говорит, попробуйте еще такой салат. Все то же самое, только шпроты. Девочка, я шпроты взяла с дому. Ой, девочка, у меня сейчас... Фу, взяла.
О, я думала, что я не взяла шпроты. Девочки. А, еще, девочки, там написала женщина, что, ну, какая у нее пенсия, ну, не от нас она, не с Украины. Вот какая у нее пенсия и на какие шиши я скупляюсь, если я пенсионерка. Милая женщина, я вам там написала. Милая женщина, мадам, я вам написала. Я пенсию получаю, я работаю, и у меня очень хороший, богатый любовник. Не жлоб, прикиньте. Вот я, и вот я могу купить себе крабовые палочки и таблетки. Плюс работаю хорошо тоже и шачу. Вы поняли? Юмор. Все. И у меня собаки еще тоже кушают. Я им покупаю покушать. Правильно я сказала? Я правильно высказалась? Вот они. Вот они. Смотрите все. Вот они какие. А малыш сразу... Смотрите, кусает, кусает. Малыш, сейчас Оля придет, будешь ее хватать. Икай. Малыш! Не тянет за фартух. А Дик его за хвост. А Дик его за хвост. Видите? Знаете, этот на меня... Ой, малыш! Ну не кусай меня, я боюсь. Все, перестань. Все, Олю идите выглядывайте. Вы сейчас пойдете на улицу. Все, девочки, купила крабовые палочки. Купила. Акция. Девочки, между прочим, даже я вот это сейчас сюда не принесла, оставила в коридорчике. Акция в Варусе. Ну что не взять? Горчица, васаби. Только я ж покупала в баночках для суши. Малыш, не кусайся. А это в тюбики, ну, в такие, как вот, ну, как горчица, как майонез, вот эти тюбики, что выдавливать. 50% акция. А что было не взять? Она дорогая, кстати. А сейчас я глянула, думать, ой, я не поверила. Я, девочки, не глянула, когда там срок годности. Но я потом гляну, и акция хорошие листы нори. Размер хороший, качество хорошее, я уже поняла. Тоже акция. Я кинула, взяла себе в корзину. Потому что это вкусно, суши. Значит, придется делать суши. Но не сегодня, не завтра, не послезавтра. А у меня уже есть горчица, но только надо глянуть. И нори. Имбирь тут есть у меня. Больше, чем полбаночки имбирь есть. Значит, мне надо купить потом рыбки по акции. В магазинчике, где я колбаску покупаю. Возле меня там недалеко. Где Варус у меня маленький. И... А что мне еще? Рис есть. Рыбки. А, и намазка сырок какой-нибудь. И огурчик. Даже можно без авокадо. Вы поняли? Юмор. И опять мы с Олей сядем и налупимся сушь. О, ура. Девочки, акция «Водный мир». Крабовые палочки. Морская капуста тоже, девочки, акция очень хорошая. Но это изготовитель Варта. Это эти, скажите. Варус изготовляет. Срок годности 26.03. А сегодня как? А, до марта месяца. О, пойдет. Вот. Девочки, шпроты с дому взяла. У меня в холодильнике стояли шпроты. И вот я с дому забрала шпроты. Я их брала тоже по акции. Они у меня уже... А когда они хоть уже, может, им уже кабердык будет? Да не, я недавно брала, может, месяц назад. Где тут оно? Девочки, а срок годности где-то, знаете, замуровали. Как это в этом... Скажите, Иван Васильевич меняет профессию. Девочки, не знаю, но они у меня месяц, еще срок годности тут хороший. Я не вижу. Девочки, в Варусе хорошая акция на вот эту пасту. Я ее, кстати, люблю. Хорошая акция в Варусе. Кто будет у Варусе? И, девочки, с дому взяла. У меня лежит в холодильнике. Вот видите, отрезано. Это я тут по чуть-чуть ела, тягала, когда мне хотелось. А сейчас я вам скажу. Ой, до 12-го, 3-го, 24-го вжиты. 168 грамм. Это, девочки, бекон американский сырокопченый, высший сорт. Вот. Девочки, вкуснятина. Ну, он дороговатый. Но я всегда беру где-то 150-140 грамм. Они по-разному. Вот они вот так вот в Варусе продаются. Больше я нигде не видела. В Варусе, да. Тоненько-тоненько порезано. Сейчас вам даже покажу. Смотрите. Смотрите. Ой, это я сейчас даже... А эти уже бегут. Ну, идите, я вам уже вытащу и дам. Уже бегут. Девочки, смотрите, какое оно Таня пусенькое и очень вкусное. Видите, какое Таня пусенькое. Вот так на картошечку обмотать, да? Девочки, такое, знаете, классное копчение. Такое, знаете, натуральное, классное. Гляньте, как они меня царапают. Увидели? Варвары, нате, тебе. И тебе. Девочки, я сюда забрала. Вот так и будет лежать, пока не засохнет. Вот уж, видите, я чуть-чуть как-то съела. И настроения не было. Даже уже по ночам кушать не хочется. Бо ужас настроения. Тряпки еще мокрые. Все выварены.
Вон, все поразвешаны. Я еще понавешаю кругом и буду в тряпках сидеть вот так вот, девочки. Вот так. Веревки сделаю и буду вот так выглядывать. Чтобы никому на нервы они не действовали, я вот так сделаю. Правильно? Правильно, девчата. Поубиваем всех. Девочки, внимание. А я прямо в кулек буду. Девочки, взяла маленьких яблочек. Смотрите. Маленькие. Специально еле выбрала. Еле выбрала. Смотрите, какие маленькие. Видите? Вот, видите? Все маленькие. Хай пока лежат. Они мне надо будут. Яйца кипят на всю катушку. Так, яблочки сюда. На столе у меня порядок. Там написали, убери на столах. А что? Может, столы повыносить? На пол сесть. Будете потом говорить, полы разбери, ямы выкопай. Малыш. Ну, малыш, все. Я с тобой не дружу. Ну, ты посмотри. Сейчас Оля придет, будешь с ним балдеть. С ней балдеть. Девочки, прям сюда буду чистить. Сразу в кулек. Готовьте мозги, ничего не записывать. По памяти. Чистим буряк. О, какие противные, девочки. Не перестаю говорить. Еле тоже выбрала маленького бурячка. Девочки, нема и нема. Перерыла все эти самые, скажите. Все буряки. Так, чистим буряки. Подошла до этой Иры, девочки. Домой взяла у нее десяток яиц. И кусочек кровянки домой взяла. Грамм 300 тоже она мне отрезала. Сделала ей втык за тушенку. Я же ей говорю, так, Ира, пришла тебе сказать за тушенку. Вот так делаю лицо. Она вот такая стоит на меня, смотрит, думает, что она сейчас будет говорить. Я говорю, куда она свистит? А она и муж сбоку стоит, усрались все. Думает, ну все, будем закрывать точку. Все, больше ездить сюда не будем. Я говорю, ну можно было хоть кусочек сала на дно положить? Она, фу, ну вас у баню. Говорит, я уже испугалась, думаю, что ж такое? Она говорит, вы знаете, рубим же для себе, а дочка и зять не любят, чтоб жирное было. Говорит, я тоже, говорит, он человек, и он стоит же то. Говорит, він, як открывает баночку, так сало бере, ложе на хлеб сало, а сверху тушенку, бо тоже любит, чтоб жирненьке было. Я говорю, это ужас один. Разве можно вот такое фулиганье делать? Я говорю, Ирочка, ну вкуснятина. Я говорю, будешь делать, сделай мне пару баночек, немножко салка туда, жирка какого-то кинь. Она говорит, хорошо. Говорит, вот тут еще одна берет, женщина, тоже просит, чтобы ни грамма жира не было. Он говорит, и попробуй. Говорит, человек любит, и вы, бачите, так и любите. Я говорю, ну и я так и люблю. А что же вот эта сухомятка такая? Ну и все. В общем, взяла вот у нее. Так она мне с переляку кинула. Ну, может, грамм 100 колбаски домашней. Так, я говорю, я не возьму, она. Я вас умоляю. Я говорю, ну ладно. Так я, девочки, ее скушала. Ну, не докушала еще, но скушала. Прямо с кулька. Хам-хам-хам. А я сегодня, знаете, что поела? Кушать же хочется. А дома ничего нету. Не, были яйца. Шпроты, сало, вот это что хочется такого. Вот. Борща ж нема, тут борщ. Ну, все тут осталось. Отбивные мы с Олей вчера покушали. Это Оля забрала, в кулек сложила. Вот. И забрала. Короче. А я, знаете, что заварила себе? Мивину одну съела. Ну, поломала ее на меленько вот так. Ну, и проварила. Я люблю ее проварить. Я ж иногда можно скушать мивину. А там я еще, знаете, какую ее взяла? Она в коробках кругленьких, курячая. И там какие-то овощи, пакетик. И потом пакетик с солью. О. Ну, и то я прямо с маленькой кастрюльки ела. Думаю, что я буду пересыпать куда-то. Ее подавила с водичкой очищенной, прокипятила, пакетики эти высыпала. И этот, скажите, кусочек сливочного масла бросила. Я с удовольствием поела такой, знаете, реденький такой супик вермишелевый. Вкуснятина. И все. Вот. Ну, и то потом колбаску два раза укусила с этого кусочка. Ну, грамм 100 может, а может и нет, может грамм 80-70. Маленький кусочек отрезала. Ну, сколько надо человеку скушать, вот нам, бабам, что нам надо, как дядям, целое кольцо, вот, ну и все, девочки, вот, погода на улице, вроде и мороза нет, а холодно, и сильно такой ветер, глаза слезятся, я не знаю, у вас тоже глаза слезятся на улице? Ну, прям страшные. Как вот мы раньше красились, да? А сейчас вы в жизни попробуй накраситься, и шо? С подъезда вышел, и уже можно сразу умываться. Потому что потекут глаза. Вот так вот слезятся глаза. А раньше же красились. Да я еще года 3 тому назад
до коронавируса, уже при коронавирусе, не, до коронавируса. Синей тушью ресницы подкрасила и карандашиком синим. А ну красиво, девочки. Не черные, вот только шахты выли. Знаете, глаза. Надо меньше сделать яйца. Вот. А это? А синим. И не сильно так, а вот чуть-чуть. И было очень хорошо. Мне даже в маршрутке женщина сделала комплимент. Я уже выхожу, а я думаю, что она все время на меня поглядывает. Думаю, че знакомая, я на нее так раз гляну. Вот, а я сидела где по одному сиденью, она там где два. И все на меня вот так смотрит. Я чувствую, что она на меня смотрит. Я это вижу, она с краю сидит, а я же сижу по одному где. Вот, и я вот так на нее раз гляну. И так несколько раз думаю, тю, может ей уже подмигнуть, знаете. Что она имеет в виду, что она так смотрит. Думаю, вроде незнакомая же никакая. А потом я уже выхожу, а она меня так задержала. Говорит, вам очень красиво, так синим вы подвели ресницы. Говорит, я только смотрю, говорит, очень вам красиво. Я говорю, ой, я говорю, спасибо. Я говорю, я думаю, что вы вот это так смотрите на меня. Думаю, я ваша знакомая какая-то, и вы боитесь меня что-то спросить. И я заметила. О. Я говорю, красись, и вы, вам будет хорошо. Она заулыбалась, и все. Вот. Так что черная нам не идет краситься. А вот таким вот, да. Ну, девочки, как мы мазюкали с ленинградской, да, тушью. Да я уже, по-моему, разговаривала на эту тему. Ой. Ну, девочки, всегда любила синий карандаш, честно говорю. Вот так закрою глаз, карандаш вставлю между век и тыри-пыри, 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 тыри-пыри. Потом открою, лишнее все повытирала, что лишнее где. И немножко тушью, тоже синей, и вперед за орденами. А балет, тональный крем, помните? Ой, девочки, мы же тогда молоденькие были. Нам любые крема тогда. На Маше красивое лицо сразу становилось. А сейчас только маску одевать новогоднюю, а не крем. У меня крем есть, девочки. Не могу, намажусь кремом любым. Глаза тоже слезятся. А вот это было патчи, я же вам говорила, наклеила. И, наверное, или передержала, или что, хороший, срок годности не пропал. Очень, это патчи хорошие, Корея. Вот. И красное было, ну, прошло. Вот. Наверное, передержала. Ну, вот лично я, знаете, загорать так в один день, чтобы загореть. Мне не надо вот это по 10 минут на море лежать. Я сразу выперлась с утра, вечером зашла в ожоговое отделение сразу по прямой. А потом, сколько дней на море не ходишь, ходишь даже, больно к тебе даже, когда платья дотрагиваются, или укрыться простыню больно, пече все пеком. А потом облазишь, как дурак, и все, настроение испорчено, с моря приезжаешь, как больной на голову. Но это я так. А шо мне вот это? Неделю загорать, и что то за загар? Никакого загара не будет. А сразу как лег, как вышкварился уже, как вышкварки утоп. Ой. Ой, мои родные. Я права. Скажите, что нет. Как будто вы не так загорали в свое время. То сейчас умные, на солнце нельзя. А сейчас, девочки, нам уже, наверное, некрасиво вот загореть. Мне кажется, мне некрасиво будет. Наоборот, белые красивее. Ох, еще один бурячок. Еле выбрала, девочки. Как видно, муженица, знаете, вот то. Надо маленькие бурячки, одни гиганты вывалили. Еще и сверху вывалил одни эти самые, как капустыны буряки. И я вот это перебирала там, еле вытягивала, уже психовала, жарко в АТБ. Эти кондиционеры влупили, сами сидят голые, а мы-то заходим. Я уже ходила и платок стянула с головы, хожу лохматая вся, как мне пишут. А что мне делать? Побриться на лысо лохматая. Ну и что лохматая? Лев тоже лохматая, какой красавец. Так, девчатка, почистила. Все, густо? Нема? Нема. У своих тоже что-то богатенько. Ну а что вы хотели? Так, пошла мыть. Девочки, а вчера руки еле отмыла после тех буряков. Я ж тут начала подстирушки разные делать руками в порошке. Смотрю, поотмывала. Ой, да, Дикуська, малышочек. Малышочек. А Дикуська сегодня не зашел в коридор.
Что-то он какую-то косточку держал в зубах. У них же тут косточек, девочки, по всему двору, от холодца. Они ими играются, мотаются. Ой, скоро мамка будет убирать во дворе. Собирать буду за вами ходить, ваши игрушки все, что вы понатягивали за зиму. Наверное, со всех дворов. Девочки, со всех дворов нету, потому что заборы ждут. А если бы не было забора, если бы то не сделали уже осенью внизу во дворе, то а их бы уже, наверное, тут и не было, девочки. Потому что там такие доромахи были, они же уже выбегали. Вот. Что я их загоняла палкой. Ходила там, поставила уже. Там поддон есть. Так я ходила, поддон поставила там. Вот. Чтоб они же не вылазили. А прихожу, они все равно. Как они вылазили? Ну и все. Вот там собака, девочки. Они ж туда мотались. Девочки, тот, что величенький вот такой, пополам. Вы поняли? И этот пополам. Какой тут еще величенький. И этот пополам. Пополам будет лучше. И этот пополам. Наверное, мало будет. Ну ладно, девочки, нам много и не надо, потому что они же будут играть, пениться. И чтоб верхние, эти, скажите, верх, чтоб этот, ну не сохли. Оно же приподнимет немножко, поняли? А оно, что потом не, ну, будут верхушки сохнуть, и надо убирать будет. А если не полный сильно, будет как раз хорошо, чтобы оно полностью в воде было. Наверное, я все половинками сделаю, правильно? Хотела целенькими, маленькие. Ладно, сделаю все половинками. Вот вам уже дело пошло на щавель. Скоро мой щавель будет. Через месяц уже щавель будет свой. И как раз будет бурячок. То, что надо, про... Это прокваситься хорошо. О. Ну, можно было бы еще. А я сейчас посмотрю, у меня, может, в шкафчику тут есть, девочки. А, хоть один буряк. И как раз было бы хорошо так. Может, если полное, он будет торчать и будет сохнуть. Я думаю, что вы понимаете. Вы же хозяйки все. И мы уже все прожили. Мы все уже понимаем. Так, девочки, сейчас я пошукаю. Где у меня тут чи нема? Кулек хороший под мусор, здоровенный. Тут. Так, морква є. Девчата, що стяну? О, ура! Девочки, тяну. Тягну. А тут их аж два. Дивіться. Ну, я сейчас один только, потому что два будет багато. Тут большие буряки. Ой, девочки, извините. Извините. Да, девочки. О, бачите, один и второй. Так, а какой же нам сюда? Вот этот побольше сюда, а этот вот так пускай будет. А этот сюда. Чтоб был, ну, чтоб была уже полная банка. Оля брать точно не будет себе домой. А что брать? Когда я тут сварю, она уже возьмет готовый. Правильно? Правильно. Вчера не брала. Уже на остановке на трамвайной пришли, я говорю. А чё ж ты борща в баночку хоть не набрала или пол ведерка? Нам бы на сегодня оставила по тарелочке, а то б забрала она. Да, говорит, солянка же еще есть. Я говорю, ну и что, солянка солянкой. А ты же выходная, утром бы раз и покушала. Она говорит, уже сюда приду и вдвоем покушаем. Я говорю, ну хорошо. Вдвоем так вдвоем. А там она, я вчера целую кастрюляку, ну в коридорчике стоит на табуретке. Она сейчас будет, сейчас придет и это. И сразу, я думаю, занесет же, греть надо, чтоб покушать. Все, девочки, на сегодня нам пакет не надо. А вот тот пакет какой большой, хороший. Я, малышочек, бекуська, надо вам постельку менять, но уже потерпите. Уже хай потеплеет. Будете помогать нам с Олей. Вытащим все ковры отсюда. А тут же, чтобы вытягивать, стол поднимать надо, тут же под столом, аж под самую стенку он. Этот легко-то вытащится, да. И тот второй тоже легко. А вот этот в длину сюда идет под самый стол, аж сюда.
Все повытягиваем, девочки, на улицу, все под шлангу, порошка, перестираем все. Все будет порядочек. И все, тут же летом будет, дверь не будет закрываться. Не, ну когда будем уходить, будет, конечно. А так целый день будет открыто. А сейчас целый день закрыто. Вот. Ой. Ой, зараза. Не режется. Чтобы пальцы сейчас не долбануть. Да вроде нет, все, девочки. А как же этот разрезать на 4 части? А влезет. О, девочки, как раз будет хорошо. О, я угадала, то, что надо. А ну-ка, этот кусочек. Я сейчас трусану банку, девочки. Как положено сделаю. О, о, смотрите, как я трусанула, и оно же лягло на свои места. Все, смотрите, вот это уже хватит. Потому что нам надо, чтобы они же были у воды, они, как мы банки, и как я банки всегда себе закрываю, консервация. Крышка, воздух ее так, пока ее не придавишь, когда уже закатаешь. Все вот так вот прямо аж раздувается банк. Ну, я думаю, и вы так, я что так, кидать вот, ляп-тяп-тяп-ляп. Уже как утрамбуем, так утрамбуем. Все, девочки, никакой соли я не ложу, никакого сахара, просто холодная вода. Сейчас залью и понесу в коридор, там теплее, на солнце надо, в тепло. Тут же ледник, а там все-таки на солнце, на подоконник поставлю, там на солнышке очень хорошо. И все-таки мы ж там батарею, вот сейчас я включила, там теплынь. А тут будет холодно. И на тепло, знаете, на неделю в тепло. А смотрите, где-то, ну я не знаю, девочки, третий, четвертый день, смотря как у кого оно будет играть по температуре. Будет собираться вот тут, ну вот это такая вот плесень. Она не страшная, эта плесень. Ну, ложечкой так немножко соберете. А накрыть, девочки, знаете чем? Ну, я не знаю, тряпочкой какой-то. Тряпочкой. У меня этих тряпочек полно. Ну, я там возьму тряпочки, оторву от чего-то. Тряпочкой завязать, девочки. И все, и хай оно себе стоит. Ну, вот как увидите немножко, тогда только ложкой снять. И все. И вот ухай неделю стоит, поиграет, а потом уже можно у кого куда. У кого в холодильник. У меня в хате холодильник. У кого куда? У кого погреб какой? У кого какой подвал? Холод и все. И хай оно стоит. Ну, где-то оно месяц должно постоять, наверное. Как раз до щавля уже будет хороший бурячок. Вкуснятина. Ой, девочки, какой борщ. Мы ели. Тут отбивные эти пахнут. Тут борщ. Ой. Я Оле говорю, я отбивную съем. Вы знаете, ж пожарим всегда. И потом, ну, есть кому отдать. Сами на себе можем и сэкономить, девочка. Это честно. Вот. Я Оле говорю, я хочу отбивную скушать. Я у нее уже прошу, ну, разрешение, знаете. Она говорит, да, конечно, покушаем отбивных. Хоть и все давай съедим. Скушали по отбивной с луком, с этим, девочки. Нафиг тот хлеб и нафиг тот шашлык. Вот этот дымяра на всю слободку тут. И вот это все, пока дождешься его, пока это. Он отбивных вот так пожарили, маринованным луком засыпали. Салат какой-нибудь. Сели картошки наварить, зажарочкой посыпать хорошо, побольше лука, целенькую картошечку отварить, зажарки и укропа. Обязательно зажарки, не одно маслечко, оно будет такое. Девочки, да нафиг тот шашлык, ждать его 3 часа, вот эти костры. А так отбивные, хляп-тяп и готово. Сейчас, девочки, я за водой пошла. Оля придет, задание ей дам. Хай идет, ищет там тряпочку. Откуда оторвать? Там тряпочек. Я же было что хорошего, а тряпочек полно. Девочки, вот вода с питкрана. Мало ще не хватило. Да, малышочек, дикуська. Не хватило. Трішечки. Трішечки не хватило. О, вот это оно. Вот это оно, девчата. Все, бачите. Сейчас Оля придет, схватит в хату.
тряпочкой завязать, ни крышкой, ничем, тряпочкой. А если у кого, девочки, крышка есть с дырочками, то знаете, вот это что, у меня просто нет такой крышки. Ну, а я больше люблю тряпочкой. Та крышка тоже, там большие дыромахи, а тряпочкой то, что надо, вы поняли? Все. А потом вот так вот ложечкой чайненькой, столовой будет, наверное, неудобно. И собирайте. Оно немножко будет. Поняли? Все. Бурячок готов. Это Оли. Хай тащит. Придет с борщом, уйдет с буряком. Я ей горбуза дам. Как сватанья на гончаринке. Все. Только на тепло, девочки, на неделю. Так, сейчас ведерце возьму, девчата. Мне сейчас надо вам еще что-то показать. Для чего, вы думаете, я яблочки купила? Ничего я пекти не собираюсь. Сейчас, мои реднесеньки. Возьмем ведерочко. Так. Сейчас беру яблочки. Девочки, сейчас я их там помыю. Я вам буду двумя мовами балакать. Девочки, еще раз повторяю. Галя, тебе привет передает Тома и Валя. Где вы там находитесь, я не знаю. Ой, девчатка. Мои девчатка. Так, ой, чуть не упала. Сейчас, девчаточки. Сейчас, мои родненькие. Дышь. Вот тут, вот тут. Тут точно нема, а тут точно е. Убери на столах. Девочки, ну а куда убирать? Вот это все приправы стоят. Ну я не знаю, как у вас там дома, что вы мне пишете. Ой. Мне оно все надо под рукой, чтобы было. У меня ж тут не лежит грязная посуда или что. Вот эти ведра с приправой стоят. Коробочка с приправой. Судочек с приправой. Мне так надо, чтобы было. Я же не у вас дома этот срач развожу, а у себя. Ой, господи. А у себя, мои родненькие. Мне так нравится. А что мне? Куда мне? Вот туда в шкафчик вниз положить. И потом нагибаться каждую секунду. Так, девочки. Неужели нету? Я сейчас тогда скажу гав. Ну, такого не может быть. Вот, бачите? И тут приправа, и там приправа. И тут у меня вот тут приправа есть. Девочки, тунец еще есть. Так. А тут. И вот тут у меня приправа есть. Зиночка. Где вы там? Вы бачите, сколько приправ. Тут и сода. Какао. Паприка. Еще одно какао. Три какао только. Кунжутная стружка. Мускатный гурих. Девочки, я все. Какой-то чай, пакетик. Дрижжи вот я. О! Вот это да. Вот это я маху дала. Вот этот перец можно выкинуть. Он такой горький, но его в баню. А какао все хорошее. А кунжутная стружка, я не пойму, что тут. А надо 21 года. Уже ее выкинуть давным-давно надо. Прикиньте. Ну, тоже я тут не перебирала. Ну, шо, нема. А ну, еще раз. Так, черный перец, паприка.
куркума, кориця, хмелі, сунелі, ванілька, червоний перець, мелене. Це теж горький. Все, весь горький перець викинула. Хмелі, сунелі, суміш, девочки. Ну, калемеле. Та не може бути, щоб цього у мене тут не було. Дома повно, а тут більше приправ нету. Так отдельно не може бути. Соди за тот 100 пачок соди. А тут, девочки, та отдельно нет. Это я точно знаю. Что отдельно не может быть никогда никакой приправы. Неа. Нет, девочки. О, ну ладно, сегодня так сделаю, а завтра принесу. Да тут нету, тут майонез, в пакетиках сахар. Чашки тут нету, старое сало, баночка варенья. Все, нема. Ну, тоже, девочки, видите как. Зато дома есть полно. А тут приправа тоже. Нема. Ну, тоже, видите. Зато дома несколько пачечек, а тут нема ни одной. Ладно, завтра принесу. Оно не поздно будет завтра кинуть. У ведре точно нет. А может, девочки, где-то рассыпалось у ведре. А ну-ка. Сейчас, родненькие, потерпите. Оно, может, вдруг упало где-то на дно. Девочки. Тю, кориандр. Уже аж обрадовалась. Девочки, даже одной нету. Даже одной. Хоть бы где-то когда-то рассыпалось. Уже где аккуратненько все. Стоит, что даже не рассыпалось ни одни единой штучки. Вот туды твою нехай. Ладно, завтра принесу. Завтра добавить не поздно. Вот, вот это все приправа. Куда мне ее деть? Конечно, только вот здесь в угол. Потому что постоянно оно надо. Если бы у меня здесь была труба металлическая, я бы, конечно, на трубу все повесила. Ну, поставила баночки, купила, как у меня дома в квартире. А тут мне и так сойдет. Сейчас, девочки, смотрите, что я хочу сделать. Вот сюда мне надо пару гвоздичек. А их сегодня нет. Обязательно лавровый листик покидаю. Дивите. Два штучки хватит. Вот надо... Штучки три гвоздички, а их нема. А они дома. Девочки, перец горошек кину. А вот так. Как будто что-то будет. А ничего не будет. Кинула. Девочки, сейчас сахар. И будут у нас моченые яблоки. Только обязательно гвоздика надо. Штучки три букетика. Так. За солью надо встать. Сесть, встать, сесть, встать. Суд идет. Так. Смотрите. А, девочки, я знаете, во чем? Я сейчас разбавлю кастрюльки, правильно? Залью. Так, сейчас я скажу на это ведерко. Раз. Два. Три. Три ложечки сахара хватит с головой. И вот надо ж штучки 3-4 гвоздички, перчик, горошек и парочку лавровых листиков. Ну, обязательно гвоздика. Ну, я завтра принесу и кину. Оно поздно не будет. Девочки, кину. Ну, вот так вот. Полторы ложечки соли. Хватит с головой. Ну, обязательно гвоздика. А тут нема нигде, тут имбирь. А, девочка, я возьму сейчас просто еще кусочек имбиря. Просто я сама от себя. Мне кажется, хуже не будет. Ой, конечно, хуже не будет, девочки. Оно даст такой вкус. О! И о! Да! И пару гвоздичек, штучки три. Завтра. Приду и так сразу раз и кину. Хоть бы не забыть, но я не забуду.
Девочки, сейчас я размешаю хорошо. И залью яблочки. У нас будут и моченые яблоки вкуснейшие. Сейчас. Ну, это когда я квасила последний раз капусту. Ну, последний. Я показывала один раз же, как я квасила. Ну, вот это когда я вам уже показывала. Девочки. О, и кинула ж там сколько? Два яблочка было, по-моему, голден, да, больших я кидала. Да, видео есть. Девочки, я эти яблоки, мы с Олей не знали, как их хватать. Мы их выбирали с капусты. Вот такие они вкусные в капусте просолились. Такая вкуснятина. Так, все, сейчас я пойду водички сюда доберу. И залью эти яблочки. Косики не обрывала, ничего. Помыла только и все. Девочки, Галя, яблоки даже в честь вас. Этот сорт называется Гала. Вы поняли? Так что, Гала, сегодня для вас и яблоки замоченные. Это вам привет и передаю Тома и Валя. И яблоки Гала сегодня я купила. Все, девочки, иду. Малышок, век. Чтоб я не спотыкнулась. Я же иду и калачу. Иду и калачу, и калачу. Девочки, раньше у нас яблоки моченые привозили, я не знаю, бочки такие. Я вам уже рассказывала. Там, наверное, я не знаю, сколько тонн в этой бочке. Не маленькие бочки, а там вообще в полкухни бочки. На озерке. Уже несколько лет нету. Я всегда покупала. И домой возьму. Они такие вкусные, как укусишь, они такие вкусные, зараза. Шипучие такие, вкусные. И я и домой возьму, у меня дома никто не ел, я себе всегда покупала. И по базару хожу, возьму самое классное яблоко. Говорю, мне отдельно дайте свести. Сейчас кушать я буду, пока буду ходить скупляться. А потом и домой. Ой, я вот ухожу по базару, и хвостик съедала, и хвостик. Там все съедалось. Огрызка нету. Какой огрызок? Вы что? То, что надо, девочки, на сладость и на сахар. Все. Утрамбовываем. Только гвоздику надо обязательно. Так, потрусить. Хай усядутся. О. Гляньте, там пусто, а тут густо. Сейчас тут надо руками, значит, уложить. Гляньте, тут сейчас сначала нижний ряд утрушу. Правильно? А ну-ка. Так. Так. Хорош. Теперь этот ряд. Ой, девочки, сейчас пошло яблоко пахнет с кинзой, говорю. С имбирем. Вот сейчас этот за... Ой, девочки, имбирь пошел с яблочным запахом. Ой, вкусно будет. А еще гвоздичка-то. Все, еще одно. Девочки, то, что надо, смотрите. О, буряк буряками, а яблочки тоже будут. Сейчас еще немножко расколочу, чтобы оно вверху, да? Ну, чтобы оно кругом. Размешалось уже хорошо, но немножечко. О, а ну-ка. Хоть бы ведро не драное. Ой, да вроде не драное. Девочки, еще надо водички. Так. А яблочки поднимаются. На яблочки надо будет тарелочку положить. И тоже их туда наверх. В тепло. А тут они будут... Ничем... Тут холодно, девочки, у меня. Обязательно гвоздику. Так, поднимаются, видите? Значит, мы сейчас ложим сюда тарелку. И имбирь поднялся. Ничего. Ой, как имбирек пахнет. Так, тарельку. Какую? Лезет. Это будет сильно. А вот так.
Девочки, а вот так будет хорошо. И поставим там бутыль с консервацией, чтобы немножко придавить. Или не будем. Не, не надо бутыль. Это же вам не это самое, не капуста. Так, все. Так, девчатка. Показываю. Внимание, продувание. А что это за анекдот, я не знаю. Девочки, дивитесь. Буряк заквасили. И ведерко яблочек заквасили. Вы бачите? О! Девочки, бурячок и яблочко. Сюда завтра только кину гвоздичку. И такие они вкусные будут. Яблочки гала. Миленькие. И бурячок. Вы поняли? Все быстро и просто. А яблоки будет вообще. Тогда будете писать 100 грамм. Кто там пишет все время? А 100 грамм? А 100 грамм? Когда надо, мы 100 грамм потянем. Мы что? Мы же уже выросли. Нам уже замечания никто не сделает. То нельзя. Это нельзя. Смотрите, вовремя домой. Или еще что-то. Девчата, будьте здоровы. Еще раз. Галя, тебе привет от Томы и Вали. Девочки, будьте здоровы, родненькие.